Без проекта, но с идеей. Руководство молодежного форума «Иволга» проводит встречи со студентами региона. Цель – привлечь как можно больше талантливых и инициативных для участия, а заодно рассказать о тонкостях и новшествах очередного сезона открытий. Все секреты выяснила Дарья Болгова. Грантовый фонд увеличили, количество смен тоже. Потенциальных участников «Иволги-2015» заинтересовывают, что называется, с порога. И это работает. Теперь за первое место будут выдавать 350 тысяч рублей. А это значит еще больше возможностей реализовать свою идею. Я участвовал ранее в «Иволге». В прошлом году я ездил на смену «Ты предприниматель». И для меня было это очень важным решением. Среди вопросов – бытовые, организационные, конечно, деловые. Чтобы попасть на главное молодежное событие года, главное иметь даже не проект, а скорее идею, как сделать жизнь лучше. Уже там специалисты помогут довести ее до реализации. И что самое неожиданное для нас было, если в 2013 году все было на досуг направлено, на развлечения, в 2014 году неожиданно появляется интерес к литературе и к культуре, причем это как был год культуры, и подоплека, видимо, в этом была связана. И в этом году, что самое интересное, делается ставка на социальную какую-то направленность. В этом году на форуме увеличилось не только количество призов, но и квот на участников стало больше. Плюс ко всему новая смена, патриотическая, в связи с 70-летием Великой Победы. Там аж 11 направлений, начиная от туризма, заканчивая духовным, патриотическим воспитанием, военно-прикладное мастерство. Любое направление, в том числе волонтерство, посвященное 70-летию Победы, помощи ветеранам. Все это направление патриотической смены. Более подробно узнать о каждой смене и зарегистрироваться можно на сайте молодежного форума. До конца принятия заявок осталось совсем немного времени. Так что, если есть желание сделать жизнь чуть лучше, а заодно самореализоваться, стоит поторопиться и заявить о своей идее уже сейчас. Дарья Болгова, Виктор Соколов, Новости губернии.